не для леди. Вот гимнастика делает девушку красивой и популярной. Зато я могу сделать из обычной гимнастки одноглазую гимнастку. Ты точно будешь популярной в больнице. Ваша популярность я уложу одной левой. В смысле? Карате – это сила, а сильные девушки нравятся всем. Сильные, может, и нравятся, а вот карлик в пижаме точно нет. Зря вы ругаетесь. Со спиннером и ветряной мельницей я точно справлюсь. Эй, кто бы говорил? Робин Гуд в юбке. Поганка бледная. Эй, вы закончили ядом плеваться? Еще нет, человек рука обруча. А ты карате-пацан. Ну все, сейчас получишь по-пацански. Да ты не успеешь. Предлагаю закончить спор. Та, что сможет быстрее всех очаровать парней из нашего спортклуба, будет и самая популярная. Расплюнуть. Действительно, плюнь на эту затею. У тебя со мной ничего не выйдет. Это мы еще посмотрим. Да, будете смотреть на мою победу и завидовать. Гимнастки всегда нравились парням больше, чем все остальные. Но не так, как чернидерши. Ты еще кто? Капитан команды черлидерш. Я же не перепутала слова команда черлидерш со словами стадо коров. Тебе бы больше подошло сумо. Почему это? А что Колобко делать в черлидинге? У свинки Пеппы и то больше шансов победить, чем у тебя. Можете острить сколько хотите. Человек Дирол, Купидон переросток, ленточный червь. А я признанная королева черлидерш. И ваши парни будут у моих ног. Не знала, что слепые кроты любят черлидинг. Глядя на твои ноги, чем больше проигравших, тем слаще победителю. Какая маленькая. Ну, сейчас ты меня точно заметишь. Я знала, что так будет. Это была просто тренировка. Правда, говорят, этот вид спорта очень опасен. Привет! А ты кто такая? Та, с кем ты идешь в кино? Кажись, ты обозналась.
Может, тогда в кафе? У меня тренировка еще 15 минут. Я могу тебя тут подождать. Кажется, не укачала. Сейчас я точно стану для тебя притягательной. Как насчет танцев? Как насчет не мешать мне тренироваться? Эй, ангел, не больно было упасть с небес? Ты вообще кто? Ты что, не узнал свою девушку? Я, наверное, сильно ударился и потерял сознание. Тогда тебе явно нужно сделать искусственное дыхание. Может, хоть в парк аттракционов? А там есть батут? Вроде детский был. Мне подходит. О, да. И бросочек такой. Да, слушай. Заломаю. И я теперь заломаю. Нет. Приветики, арбалетики. А я тебе нравлюсь? Ой, нет! Привет, меня зовут... Отстани! Я что, такая страшная? Да! Я к тебе не пристаю вообще-то. А ты сейчас получишь. А ты? Ты дурак. О, нет! Да! Да! Нет! Да! Да нет! Как ты с девушкой разговариваешь? Вот так тебе! Вот так! А вот так тебе, понял? И вот держите! Эй, давай, папа! Чистый бросочек на два балла! Надо этих сиамских близнецов разделить. Сбегать за пилой. Не надо. У нас есть более тяжелая техника. Ты почему еще тут? Там пацаны за тебя подрались. Да уж, даже мы им не интересны. Я же говорила, гномы никогда не дойдут до уровня королевы. Идешь со мной на свидание? У меня борьба. Неверный ответ. Куда пропал, красавчик? Отцепись, пиявка! Как ты меня назвал? Ой, ты чё, чухнутая, что ли? Я жду нашего свидания. Эй, милаха, твои родители случайно не пекари? Мама говорит, что я ее пупсик. Пупс, переросток, пошли на свиданку. Выходит, никто из нас не победил? Из вас никто.
А я так. Да.